Все структурные подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю возвращаются к личному приему граждан с завтрашнего дня, 15 марта. Попасть на прием можно по предварительной записи на сайте ведомства. Жители Пермского края могут уточнить информацию по исполнительным производствам, выдачам справок о наличии или отсутствии задолженности по алиментам и способам оплаты долгов по исполнительным документам. Напомним, отмена ограничений стала возможна благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в регионе.